Юрий рассказывает ситуацию. Работал по устному договору. По истечению работ работодатель не заплатил ни копейки. Есть ли перспектива вернуть заработанное через заявление в полицию? Мы бы рекомендовали первонаперво обратиться, наверное, не в полицию, а, во-первых, в трудовую инспекцию с жалобой в произвольной форме, а также не ждать, а обратиться еще в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате. То обстоятельство, что у гражданина нет письменного договора трудового, может быть восполнено иными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. Ксения из Назарова. Муж под следствием в ходе отбывания срока развелись. Могут ли ее уволить с работы за судимость бывшего мужа? Нет, закон не содержит положений, предусматривающих судимость родственника, в том числе бывшего мужа, в качестве основания для увольнения. По этому же основанию также не может быть отказано и в приеме на работу. Наталья Борисовна жалуется. На протяжении почти 2 месяцев нас систематически заливают соседи сверху. Пришел начальник ЖЭУ и установил причину. У них протекает душевая кабина. Вина соседей также установлена начальником ЖЭУ. Составлен акт. Какие еще необходимы документы, кроме данного акта, чтобы подать в суд на соседей? Мирным путем они отказываются решать сложившуюся ситуацию. А если мирным путем договориться не получается, то, конечно же, вам нужно составить исковое заявление в суд, к нему приложить данный акт, составленный ТСЖ или управляющей компанией, фиксирующий факт затопления. Также не забыть заплатить госпошлину и обязательно предоставить документы, подтверждающие размер причиненного вам ущерба, например, справку оценщика. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.